Всем привет, дорогие друзья! С вами Red Fox. Total War Saga, Британия. И мы отправляемся в бой. Нас ждет сеча, прямо-таки, похоже. Командование 5 уражского короля. У нас 6. Армии, похоже, у нас. Разве что у меня по сбалансированию, пожалуй. И проучены технологии намечников. А у него... Надеюсь, нет. Вот у него Айра 50 и 47 навык ближнего боя, а у моих 73 и 75. Слушайте, у меня-то гораздо более ценный мех. Мечники! Мечники! Сделаем! Ну, в принципе, по дефолту их неплохо расставляют. В центре самые сильные. Мечники! Готовы! Ждем приказа! Давайте их так и оставим. Так. Конница! Или даже так. Готовы? Конница! Мы-то их порвем. Конница! Кто вы? Гелы! Навались! Копьеметатели! Копьеметатели! С кем будем биться? С кем будем биться? Конники! Конница! Смотрите, они убегают от нас! Готовы? Не жалеть лошадей! Конница галопом! Погнали! Бегом, бегом, бросаем копья в него! В атаку! Так, все, отставить! В бой! На нашего полководца напали! Он разберется. Вражеский полководец убит. Он разобрался. Так, гони их тут. Тут все складывается в нашу пользу. Мечники! Скорей за дело!
Так, чё столько народу стоит-то, алё? Где король? Алло, не стоим. Чё стоим-то, ребятки? Да чё ты встал-то, алё? Кому было приказано догонять? Топорником моим досталось. Вроде недавно я их перенаправлял на другой отряд в атаку, и они были вполне в норме. Ну что, нормально, мои мечники справились при поддержке. Сюда. Вы вообще молодцы. Как-то быстро и несложно. Золотую лычку получил. Мне кажется, кстати, когда пополняют отряды, опыт скидывают. Потому что вроде у меня были более опытные ребята, а потом их разбавляют пополнением и скидывают опыт. Мне так показалось. Ну посмотрим. Вот золотая лычка. Останется ли она такой? И тут же на нас упарываются в штурме. Ну, типа, давай. Два мечника, два топорника, копейщики. Лучники и метатели. Ну, такое. Лучники, конечно, неприятно, когда у врага они есть, а у тебя нет. Баррикада. Нафиг она мне тут нужна где-нибудь, я не понимаю.
Так, у ребят таран две башни. Я думаю, может вообще выскочить кавалерии. Или подождать их внутри. Ворот всего двое. Так что если выбегать, то здесь сразу. В принципе, можно налево уйти. Давайте попробуем. Такое провернуть. Ну а так традиционно. Копейщиков. На ворота. Так. Лучников-то есть немного. Я думаю, эти ребята должны вот отсюда хорошо побросать, когда они будут высаживаться к нам на стену. Так, генерал, губернатор, мысли наследника, губернатор, так, самая элита элит. Бегом. Быстрее, всадники! Стены их удержат! Сталь против стали! Еще довольно оперативно выскочили. Надо их под огонь башенки подтащить, если за нами увяжутся сейчас. Вроде увязались. Погнали! Стоп, одну башню тащут. Мечники! Налево. Таран подвинули. Вы чё, ребят, попутали? Ну мочи их. Можно было губернатора бы с ними вытащить. Наверное, нужно было бы. О, как им
Враг под стенами. Нормально они выбежали. Получив в морду копья. Так, лорд, как всегда, на лошадях упарывается прямо в ворота. Надо сюда подкрепление. Наши воины бегут от врага, какое бесчестие! И сюда. Полководец убит. Ой, какая досада. Все складывается в нашу пользу. Быстро их тут мечников приняли. Смотрите, они убегают от нас. Вы чё стоите-то? Уничтожен целый отряд. Мечники! Пошевеливайтесь! Держим оборону! Скорее за тело! Навались! Мечники! Отставших черти заберут! Это разгром! Наши воины бегут!
Кто бежит? Алло! Пусть наследник тоже немного врагов порубит. Главное, чтобы в спину стрелу не получил. А то неприятно получится. Конница! Пустите им кровь! Чё мы тупим? Мы уже не успеем догнать. Конница! Ну так, нормально, порубились. Уверенно, вроде бы. Мне кажется, очень много Friendly Fire было. Эти наши ребята копьями там, наверное, накидали. Потери 370, а они убили 242. Плюс 50% от того, что они наубивали, мы нафигачили своим в спины. Да. Убежали некоторые гады такие. Противник погиб в битве. Какая? Нелепость. Решительные победы. Слушай, неплохо денег так, серебра тут. Давайте построим. Требуется ремонт. Все так же, 910. Вы что, на халяву-то не ремонтируете, я не понял? И к с вами. Тут ремонт. 11. Тут ремонт, 137.
против нас не выстоит. Повышение. Наш король. Сил, в принципе, достаточно. Давайте дальше бегать. Ему содержание меньше. Победе! Давайте бодрей! Бой! Так, ну я вот так и не посмотрел. Был ли у меня в тобой хоть один в этот? По-моему, был. Так что, наверное, не будем тратить время. Ачивку мы уже не получим. На. Теперь 15, отлично. Не зевать! За славных гэлов! Да блин, не добежали, ну как всегда. За славных гэлов! И тут нас опередили. Так, вот это одна провинция. Ну, мы туда не успеваем, сюда тоже. Будем эту, значит, забирать. О нашей храбрости ходят легенды. Так. Людям не терпится в бой. Победе! Шевелитесь! Да здравствует Гэлэ! Не говоришь, что битва на мосту только, мы его прошли. Ну, здесь я тут тоже автобоем сыграем. Ну что тут, две пехоты, два стрелка. Разгоняем всех. Кавалерии у меня много, стрелков много. На тебе мечом в тыкву. Грабитель фигов. Протопчем дорогу к славе. Война — наше призвание. И это да. Так, это главное поселение. А вот две деревни. Никто против нас не выстоит. Не выйдет, принесите их головы! Так. Ну и все похоже, денег нет. У этих ребят вообще армия-то есть? Похоже, нет. Таким образом, мы имеем вассала, который что делает? Ничего не делает, просто сидит в деревне. Вот у нас тут победа. Для абсолютной победы нужны все эти победы. И если тут завоеваем с завоеванием все понятно, рано или поздно придем, славу рано или поздно накопим, то вот если мы всех будем уничтожать вокруг,
Вассалов мы не наберем. Они все выродятся. Поэтому пока так. Чему обязан этой радостной встречей? Вы там не созрели? Вассалитет. Да нет. Эти тоже не хотят. Уровень сил 31. Учитывая, что у них нет армии, это, наверное, последнее место. Значит, всего 31 фракция сейчас на карте. Так, еще одна армия откуда-то выскочила. Моя репутация растет. Ярмарка в городе. Отлично. Не отлично, что тут откуда-то выбежала еще одна армия. Что-то я ее сейчас не вижу. Никто против нас не выстоит. Семнадцать отрядов вражеских, где они пробегали? Я же их видел. Дальнобойность пеших стрелков. Конницу бы вот еще апнуть, кстати. Давайте быстренько проучим тут. Не вижу я вражеской армии, не могу никуда послать. О нашей храбрости ходят легенды. Твоих ребят. Да тут здесь видно ресурсы. Вот тут святое место. И тут святое место. Золото. О! Вот эта провинция мне очень нужна, а вот эти не очень. Губернатор получил уровень. Земледелец. Болван. Получено из-за нехватки построек типа библиотека или переписчики. Нифига себе. Тут у нас, мол, библиотек нет. А я их тут и построить-то не могу.
Как бы... Вы серьезно? Искусно сделанная брошь. Круглая башня построена. Железный рудник здесь. Давайте порт улучшать. Не терпится в бой. Победе! Ясно. Согласен. Война — наше призвание. За славных гелов. Пятого уровня рыбацкий порт. Нормально. За славных гелов. Нет. Так, ну этот не доходит до этой деревни. Так что, наверное, мы пойдем главной армией дальше. Налегайте на весла! А вот этот на следующий ход приберет эту деревню. Людям не терпится в бой. Так, если это мы точно забираем, где мы оставим им... Последнее поселение. Ого, там нормальный гарнизон. А в столице никакущий. Война — наше призвание. Бойтесь нас! Ну ладно. И все плавают тут. А вон, смотрите, у них поселение все там заимели на том берегу. Объединение англосаксов. Столы Уэссекса и Мерсии захвачены одним англосаксонским королевством. Его новый король стремится стать достойным наследием Оффа, и, похоже, мало кто может его остановить. Мерсия становится вассалом Уэссекса. Нормально. Нормально, не слабое тут королевство образовалось. Вроде нашего. Хочет учиться наш Катал. Так, тут все строится.
Говорят, надо больше библиотек, но я вот тут тоже не могу никакую библиотеку построить, в принципе. А то могу какой-то холм собраний. Уменьшающий коррупцию. Ага, хитрый какой, видали? Да здравствуют гелы! Да. Хорошо. Это была его деревня, но кого-то волнует. Обойдется. Еда в плюсе оказалась наконец-то, чисто в этой провинции. Никто против нас не выстоит. Так. Совсем можно все себе позабирать, я так смотрю. Тут союзники не особо хотят в нашу войну лезть. Никогда. Не выйдет. За славных гелов. Убивайте всех. Да. Медленно. Плюс законность. Гончарная мастерская. О нашей храбрости ходят легенды. А я тут отряд вел и забыл. Красавчик, конечно, тоже. Мы идем. Война — наше призвание. Легендарная будет битва. Это да. Давайте-ка что-нибудь отменим в строительстве. Людям не терпится в бой. Навык ближнего боя на единичку, боевой дух на двоечку, точность на 3, скорострельность выше, десятку. Война – наше призвание. Никто против нас не выстоит. Thank you.
Налегайте на весла! Да здравствует Гелы! Так. Двадцатка у меня аж. Налегайте на весла! Это хорошо. Я боюсь, он сейчас попрется вот сюда вот. Если он попрется вот сюда, то это неплохо, а если вот дальше, то это нехорошо. За славных гелов! Враг дрогнет! Найми-ка пару мечников. За 300. Не, обойдешься пока. Так. Пятнадцать. Нифига он там нанял. Так добиваются признания. На все деньги. Нашему ладу еще войну объявил наш союзник. Очень вовремя. Котландцы с кем-то поссорились. Плотник. Профессиональные лучники. Скрипторий построили. Великий чертог. У нас приличный доход пошел, а? Еда есть. Не выстоит. Невозможно. Не выйдет. Чуть я не думаю, что эти ребята справятся. У них тут еще и король. О нашей храбрости ходят легенды. Не зевать. Людям не терпится в бой. А если они не справятся? Будет неприятно. За славных гелов! Наверное, надо забирать все эти территории хорошие, а их выселить куда-нибудь сюда, если получится. А если не получится, то и фиг с ними. Найдем мы где-нибудь вассалов еще. Доберитесь до них! Сделаем! Пополним как раз войска.
наверное, не буду переобучать. Смысл, через два хода их можно будет переобучить еще в одних. Давайте быстренько штурманем и будем закругляться уже на этом. Ишь ты, какая у них крепость тут. С стороны моря стен нету. Если высаживаться, то прям вообще шикарно должно быть на корабликах. Да, вот тут вылез и в город. Жаль, не могу в море выстояться. Так, что у вас здесь? Одни ворота. Ну, что тут делать, собственно? Мечники! С кем тут разобраться? Поставим так, чтобы нас башни не обстреливали на халяву. Керны! Мечники! Мечники! Ребят, на штурм. С кем будем биться? Бойница! Копьеметатели! Наша засада обнаружена! Мечники! Берегись, бедонаны! Мечники! В атаку! На стены! Им бежит! А вот и беда надвигается! Враг дрогнул! Верный! Мы превзошли его числом! А вот и неприятно! Ну чё, в принципе, можно потанковать. Бой! Отставших черти заберут! Много нас не настреляют, а нашу настреляют. Все неплохо, попадают немножко. Тут нас тоже не слабо стреляют. Топорников почти уполовинили уже. У нас преимущество. Жаль, копья быстро заканчиваются.
лепи их там. Всех. Чё стоим, алё? Всем были отданы приказы на атаку. Вы чё стоите тупите-то? Тут меня бесит уже. Куда вы назад-то побежали? Можно башню уже сломать. Стреляйте, живо! Нам могло не увернуться! Давайте уже захватим ворота. Смотрите, они убегают от нас. Там кто-то еще есть на нас. Мечники! Мечники! На врага! Башни, правда, тут. Надо и конницы сюда влететь, да и все. Мы превосходим числом. Подпалили уже домики. Их поселение горит. Да. Как так получилось, интересно? Конница! Берегитесь погибели с неба! Нормально залпы залетают. Погнали! Конница!
Вражеская башня уничтожена! Конница! Смотрите, они убегают от нас! Огнелетатели! Пускай прилетит! Отступают! Что это за беготня? Было велено просто стоять и бросать в них копья. Нормально, ребята, аннигилируют. По-моему, у них даже урон больше, чем у пеших. Потери 292. Призвание. Ну, мы сейчас заход более-менее пополнимся и уже сразу норм. Губернатора. Поместья там не было. А губернатора типа надо. Сколько можно этих губернаторов? Рекрутер. Стоимость найма для конницы. У меня тут порт-монастырь. Но тут шахта и лесоруб. Так что мне как-то... Как-то мне сюда проповедник не особо нужен, с другой стороны. Выбирать-то особо не из чего. А где этого постарше возьмем проповедника? За 500. Чё дорого-то так? Чем дальше, тем дороже. Влияние 2, верность 6. Молодец. По поместьям претензий нет. У короля всего 2. Невозможно. Хорошо. Вот это меня немножко напрягает. Против нас не выстоит. Людям не терпится в бой. Ни за что. Почему мне не показывают, докуда он доходит? Не выйдет! Его блокировали немножко там, но он ни докуда не доходит. Никто против нас не выстоит. Мы не дрогнем. Так. Не хочется сюда вкладываться, мы еще можем это потерять. Ладно, давайте быстренько пропустим и закругляемся. То уже пора бежать практически. Вопрос, справится ли союзник, точнее вассал наш. И ответ, скорее всего, нет. И я в него не верил, а он справился. Он справился. Между вашими союзниками началась война. Ты что творишь-то? Мой союзник Асрайя, который
земля моего брата раньше была, пока он не умер. Теперь там непонятно, кто правит. Напал на моего вассала. Брегу. Ну вот, вот как так жить? Я могу тут сохраниться, так что давайте я здесь сохранюсь и подумаю, что с этим делать. Ну блин. Кидать вассала — это вообще вроде как нехорошо. Я им обещал защиту. Кидать союзника. У него армия вот здесь. Вот она стоит. А тут моя главная провинция. Сейчас под нож пойдет тут же. Тут моя тоже провинция неплохая. А армии все вон там. Ну это мрак какой-то. Еще вы не поделили-то, гады. Ладно. В следующий раз я решу, что с этим делать, пожалуй. Ну, а пока всем удачи. Междуусобицы все усиливаются. Ну, в соответствии с историческими реалиями. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи, всем пока.